Друзья, всем добрый вечер. И в этой серии мы будем заниматься «Жигули» семеркой, непосредственно подготавливать ее к зимнему дрифту. В связи с этим тут будет кардинально практически все меняться. Плюс будет за место карбюратора установлен инжектор. А двигатель у меня, как вы знаете, ременной от ВАЗ-2105. В принципе, вообще все разобрал, всю подкапотку. Остался вот как бы правая сторона косы и, в принципе, двигатель. По салону все тоже полностью разобрано. Вот, то есть у меня тут ничего нету. Будет меняться вот эта вот штука, потому что она у нас болтается. Я буду просто щелкать пальцем, а тачка будет меняться. Первый щелчок, тачка меняет. Анюс! Покажи! Спасик! Что же, друзья, что мы имеем на данный момент? Незаконченный башбар. Сделал расширение внутренней арки. Все заварено, обработано. Шкив от инжекторного коленвала я уже поставил. По проводке я уже тоже новые коннекты уже во многих местах поспаивал. Я вместо стандартной распорки поставил профиль 20 на 40. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Ну, а мы, в принципе, погнали дальше. Наконец-то пришел мне радиатор, точнее подогнал мне его подписчик. Вот такой вот радиатор, легкий, пластиковый и немножко ширик. Пометили уже крепление, сейчас будем варить.